my hands and my soul have gotten filthy, filthy. And it's taking everything for me to come clean. Всем привет! Сегодня с вами снова Нина, и мы приготовим сегодня голень фазана в собственном соку в мультиварке. Для этого нам потребуется 0,5 кг голени фазана, 2 крупных луковицы, 30 грамм сливочного масла, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца, 1,5 чайных ложки соли, 1,5 чайных ложки черного молотого перца. Сливочное масло нужно нарезать небольшими пластинками и выложить на дно мультиварки. Выкладываем на дно мультиварки. Лук нарезаем четвертинками и разбираем его на перышки. Лук нарезали. Теперь выкладываем лук в мультиварку. У нас будет луковая подушка. Добавляем 2-3 лавровых листика. Также добавляем черный перец горошком, 5 штучек. Посыпаем чайной ложкой без горки соли. Выкладываем голень фазана. Этот рецепт можно адаптировать под любые части. Можно даже целого фазана взять и приготовить. И посыпаем еще где-то 1/3 чайной ложки перца. Уже посыпаем само мясо. Также посыпем 0,5 чайной ложечки, даже 1/3 смеси перцев. Можно взять черный молотый перец, можно взять 1/3 смеси перцев. Кто как больше любит. Все, закрываем крышку мультиварки, включаем меню режим тушения, вид продукта мясо, время ставим 1 час 30 минут. Через 1,5 часа фазан будет полностью готов. Прошло 1,5 часа, давайте посмотрим, какой фазан в собственном соку у нас получился. Вот такой вкусный, ароматный, очень нежный фазан в собственном соку у нас сегодня получился. На гарнир я подала его с макаронами и салатом из капусты. Всем желаю приятного аппетита. Подписывайтесь на канал «Охота с Алексеем Глушко». Ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. И всем пока-пока!